И всем привет! Вот немножко тут навел порядочек, скажем так, переложил всякую фигню, вот поразбирал немножко машин. Всякую фигню тут понасобирал, это я собираю, чтобы на продажу пойти скоро к этому, к трейдеру, торговцу, в общем. Немножко ночью покопал, уже поднял немного инструменты. До бедрёлечка докопался, тут вообще оказалось до бедрёлечка всего лишь ничего. Начал копать в сторону города, где флажок стоит, это там. Просто хотел показать, что тут есть довольно-таки неплохие ресурсы, вот. Сейчас посмотрим даже, что это. Так, это свинец, это, походу, потассиум, да, тут было железо, плюс еще можно найти этот вот, нефть. Я там находил нефть, сейчас покажу, в ящике там есть. Вот в этом ящике 402 две нефти нашел. Так, кстати, скину этот потасиум. Надо будет сделать еще эту вот станцию. Распределим чуть-чуть свинца. А, там я что-то... Ладно. Потом. Сейчас пойдем, короче, в этот. В полицейский участок или что-то там вроде этого. В магазин. Я тут бегал, искал. А где он туда? Бежал в город, тут какую-то что-то наподобие пещерку нашел. Как минимум здесь можно на этого насобирать потасиума этого. Куда ж ты ведешь? Пещерка-то, как обычно, в никуда. Да. Ну, вот хоть грибов наесть можно, по крайней мере, насобирать. Кушать хочет? Хочет. Немножко даже если что подхилиться можно будет, если там чуть-чуть ударит что-то. Так, ладно, выбираемся наружу. Время идет. Игровое. Как раз с утра, думал, начну. Давай, давай, вылазь, вылазь. Вот где-то вот там этот магазинчик. Где-то недалеко уже должен быть. Там еще и военная база рядышком, и полицейский участок. Костячок меня запалил. Ну и флаг ему в руки. Вот скаузинг уже 35. Еще немного. Ну как немного, достаточно много, в принципе. Так, кожа, кожа, рожа, как и до кожи. Так, это мотельчик. Ой, думаю, кто-то мне тут. Ух, как тебя подкинуло там. Так, толстячку сейчас зарядим. Ой. Такой нежданчик, да? Опа, пролетело, не надо, ладно. В ручку. Так, куда что так резко повернулся-то? Так, короче, иди сюда, толстячок. Ты что, ты пытался блеванить, что ли? Ну вот, собственно говоря, и магазин. Интересно, что я смогу найти тут хорошенького. Ну, как минимум, гвозди. Бумагу. Какой-то интересный цвет машины. Синий такой, темный. Ой, ну спасибо. Прям вообще дружили. Топорик он мне дает. Фиговый. Так, ничего нет. То же самое. Что на крышу? О! Странно, что он меня не заметил. Удивительно даже. Сестричка.
Давай тебе-ка ножичком пощекочу. Ну давай, костылик. Так что в сумочке ничего. Что тебе, дружок? Такой же тухляк, как и ты сам. Опа. Тут еще кусочка должна была быть. Оказался зомбарь. Ладно. И с вами. О, строечка. Хоть это странная стройка, между прочим. Или нет? Не-не, все правильно. Так, что-то там кто-то проснулся, наверное, в магазине кто-то. Ломает палки, ну козел. Ящики не трогаем, иди. Блин, так у меня прямо за спиной это все происходит. Ну давай, ножичком. Ух ты. Блин, я, по-моему, кнопки перепутал. Так, хорош там кряхтеть. Мадам, что-то вы все одинаковые. Промазал. Все нормально. Крикуша, что ли? Нет. Блин, всякого барахла понабирал. Ты что, еще мерзнешь, что ли? Вот, толстушка. Ой, она там не одна. Как-то лучше. Надеюсь, тут не поломали полки все мне тут. Ягодка. Давай сидим. Так, и грибочек, грибочек. Заодно и подхилимся. Да-да-да, ладно. А, все, понятно. Так, вот отлично. Берем топор. Так, хантинг. Ящики какие-то странные стали. Раньше они были... Сейчас все бумажные. О, ну, что-то. Так, если ты мерзнешь, то да, день. Так, а пончо... Пончо можно скрапнуть. Так, ну сейф пока трогать не буду. А что это с тобой? О, так она целенькая. Я на базе уже сделал, просто еще не поставил. Она в ящике лежит. Глину надо накопать. Так, это до свидания сразу. Так, пожалуй, возьму. Так, сэндвич. До свидос. Пить хочет? Хочет. Дринка и... Так, что тут, дробашка? Давай, дробашек. Так, наверняка еще кто-то есть. Масло, монетка. Так, пока не видно никого. Ага, вижу, он уже лежит. Загорает. Ты смотри, блин, не помер. Мне кто-то запалил сзади, походу. Не знаю кто, но может быть это ты? Козел. Как бы сразу. Ну, вижу. Был же только что там. Что-то было. Ах ты ж. Ну, за угол спрятался. Ну ты прикинь. Блин, с аптечку разбил. За тебя все, мудака. Вроде никого. Свинец, ну давай. Что там было? О, аптечку. Аптечку, пожалуй, давай.
тоже. Толчковый пистолет будет? Нет. Банки, ну давай возьму пока, если что выкину. Фигяточки, фигяточки. Так. Скраб. Юз. Продолжаем ковырять ящики. Medical skills прокачался. Так, что это у нас? Хантинг. Так. Хантинг, говоришь? Ну давай соберем тогда. Чтобы меньше места занимало. Так, иди, у нас тут хорошая запчасть. Вот. Пистол, шмистол. Кстати, пистолет тоже можно собрать. А, да, соберешь. Я, по-моему, книжку не знаю. Нет, вроде уже знают, блин, я уже забыл, что это. Ладно. О, сократили место. Так, тебе я лутал. Контейнер мусорный нет. Сколько стрел потрачено было. Можно сделать, кстати, железяковых немножко. Дерева не хватило, да ладно. Думал, что он меня заметит, но нет. Не заметил. Так, еще один. Это сразу на скраб. Заберу, пожалуй. Еще одна банка. Еще одна банка. Так, это уже, по-моему, было изучено. Это на скраб. Нет, давай. Ой. Толстый женщин. Ты, блин, не ломай. Сюша, Сюша, не твое, блин, ломай. Вот так-то лучше. И это что за Golden Flower? Нафига он мне нужен? Что в корзинке? Кто-то где-то кряхтит. Или мне показалось. Да нет, не показалось. А он еще на полочке, блин. Как я это сразу не заметил. Ой, да вам вас тут еще и много. Ну давай, давай, давай. Покряхти, покряхти, вот правильно. Оп. Так, где-то там еще была женщина на полочке. А, вон она. Готово. Так, еще немного. Так, тебя я не успел. Я не успел, но тебе, короче, ничего нет интересного. Так. Где это наша? Ага. Пивко, говоришь? Ну давай сразу вовнутрь. О, нифига себе, сказал я себе. От калаша, блин, да еще и хорошего качества. Так, что там дробовик у нас? Вот это. Шотган, пожалуйста, не запилите. Так, что еще можно собрать? Еще один пистолет. Ну как бы да. Еще уменьшить место. Все, влезло, влезло. Так, еще один приклад. Так, до свидания. Сейчас возьмем еще немного стрел сделаем. Ну-ка. Здесь. Это деревянные, можно чуть покоцать. Еще давай. Как раз все ушли. Так, ну тут приклад у меня был, да? Угу. Так, придется что-то, чего-то себя лишить.
Например, от трех камней беспонтовых. Корзинка какова? 22. Да пофигу для мотоцикла. Цикл потихонечку уже собирается. Ну как собирается? Запчасти, по крайней мере. Ну все, тут больше нефиг делать. О, атлетика качнулась. И еще перышки. Где-то вот там, вон он дальше, вдалеке. Тут я уже пробегал, немножко полутался. Хотя, правда, не везде. Порох уже брать некуда. Можно костыль было, конечно, скрапнуть. Мало ли вдруг понадобится. Вот он. Пост полис. Или офис. Блин, я думал, это полицейский участок. Это пост офис. Ну вот есть, по крайней мере, военная база. А это что за фигня? Каунтинг хаус какой-то. Контрхал, короче, хрень какая-то. Так. Скраб, скраб. Тихо, спокойно. А, это два разных здания. Что-то не посмотрел. Показалось, что это одно здание. Ладно, зайдем сюда туда. Тут можно неплохо. Так. Ковбой появился. Какого-то лешего. Так, бочка с бензином. Ковбой как появился, так и ушел. Масло давай. Сэндвич. Спасибо, не надо. Съедим грибочек. Можно даже еще один грибочек съесть. Так, кто-то где-то хрипит. Типа ему не нравится, что... Ух ты, блин. А вот кто здесь хрипит. Солдатик. Зомбо-солдатик. Немножко подождал, чтобы, блин, опять еще две стрелы. На тебе бумажку. Дай мне две стрелы. Надо давать самые бесполезные предметы, потому что иногда они исчезают, просто берут. Сами эти зомбаки, когда в них ложишь предмет. Иногда такое бывает. Так, что в столе? Так, очки вроде неплохие, ну-ка. Одень-ка. Та-дам! Так, ну сейф ковырять. Пока нет интереса в этом. Никакого. Ящичек вот. Так, ну ладно, наковальня пойдет на скраб. Никого. А на твоей вышке интересно есть что-то? Блин, теперь тебе жарко, да? То холодно, то жарко, ты уже определись, блин. Блин, что-то соседи там буянят наверху. Тягает эту мебель. Так, ладно. Это уже было изучено, мясо гнилое мне нафиг не надо. Совсем-совсем. Ух, блин, как долго. Давай, 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 давай. Пульки. Пульки давай. Скраб. Проснулась сзади, она не собирается проснуться. О! Хазмат костюм. Ну, блин, бошку шву... Иногда же появляется так. А ну-ка. Да, блин.
Сейчас мы вот так вот. Ух ты, блин. Заразила скотина. Опа, вот это... Вот это я уже не знал. Да скрапнем просто. Собака заразила. Это первый раз, блин. Сколько раз меня били, ни разу никто не заражал. Тут на тебе. Козлина. Так, походу дерево с меня сыпется, да. Ну, короче, нафиг мне вот это надо все. Гранатомет этот беспонтовый. Так, надо что-то снять с себя. Например... Например... Вот эту фигню. Угу, так, куда? Надо что-то скинуть. А, блин, опять туда заходить. Да возьми что его, блин. Так, это оставьте себе. Вот, хорошая штука. Сейчас опять придется что-то выкидывать. Вот это вовнутрь. Это дринкнуть. Еще разочек. Блин, а наверное это бродячая орда приперлась. Раз так сильно лаганула, блин. Еще на самом деле совсем бы не хотелось. Да. Судя по звукам, это точно бродячая орда. Ох, мать честная, сколько вас. Вы же сейчас все разнесет этот предмет. Сюда, сюда, сюда идите. Так, вот одна догадалась, что можно обойти. Да хорош лагать, блин. Это мне кажется, ли... Или здание, он висит. Купол. Вот это интересный поворот событий. Готово. Готово. Не, вы идиоты. Ну, прыгай, прыгай, блин. Отдам. Ничего себе, башкой крутит. Еще одна мадам ушла. Туда же. Так, наш любитель диска, блин. Диск от танцев. Готов. Так, мадам. Почти попал. Тут там еще христи. А, ползун, блин, на бане. Да давай, доставай. Стрелу, блин. Оп. А вот и не успел. Я здесь. Ну давай, давай. Да блин. Вашу траекторию. О, как тебя шейку закрутила. Отлично. Лутанем. Давай. Так. Таблетка, говоришь. Вообще-то у меня уже-то есть, а что? Я не думаю, что они одноразовые. В моде были одноразовые. Это ж мод. Скрапайся давай, блин, думаю. Ох ты, блин. Ах ты ж ушлепок. Подкрался, блин, незаметно. Только собрался скрапать сапоги тут нафиг. По горбу, блин.
получил. Тут еще должны быть тупики валяться, а вот. Что у вас есть? Ничего. Вовремя ушла, зараза. Опа! Крутанулась. Кувыркнулась, блин. Что-то там проснулась уже, иди сюда. Еще раз крутанулась. Так, я на скраб. Пустим. Где-то здесь гнездо, по-моему, было. И что-то там, блин. Да, если бы еще в зомбях хоть что-нибудь иногда попадалось, было бы вообще хорошо. Прям клеечка. Так, на чем мы там остановились? Пост-офис. Остановились мы в здании, но там ни черта не было, по-моему. Если я не ошибаюсь, тоже зайдем отсюда, восстану. На всякий случай. Никого? Никого. Ух ты! Сколько тряпочек. Еще тряпочки. О, патроны. Так, скотч, пожалуй, я поменяю на пистолет. На всякий случай. Опа, а вот и мини-байк, отлично. Прям как по заказу. То, что я как раз хотел. Откроем уже полностью, чтобы был вход. Тухлятина, блин. Вы завязываетесь с этой тухлятиной, блин. Так. Блин. Пугал меня окаянный. Ты где там, придурок? Ух ты, блин. Вот это я чуть не попал под раздачу. Ты куда голос спрятал? Солдатик. Так, металл, что я тут хотел сделать? А, да-да-да. Юзнем. Раз медицина прокачивается, значит, и это тоже юзнем. Так, тут ничего не было, здесь тухлячка. Выкинем ее. Там где-то вода была, нам не нужна. Идем в это здание смотреть. О, ковбойцы. Я типа про тебя забыл. Водичку говорю, да? Давай. Так, вроде никого. Пока что. Ну, это неправда. Такое большое здание и никого нет. Точно. Может, на кухне еще кто-то есть? Так. Скотч. Так куда ж ты, блин, жмякаешь? Ну-ка, давайте еще патронов мне. Нибудь. А, отлично. Так, кто-то проснулся. Что я хотел сделать? Грибочек съесть. Так, слаги я уже умею. Я скраплю. Бумага на патроны пойдет. Турельные, эти вот турели стреляют у нас с этими простыми патронами. Я уже изучил эту электрику, генератор изучил. Только еще пока ничего не делал. Тишина, спокойствие. Ни черта. Так, еще кого-то там приперло. Ладно, пускай баночка там полежит.
кушать она не просит. Fresh nothing. Ну и все. Диван, конечно, можно распетрушить. Идем смотреть новое здание все-таки. Бензин пускай будет, у меня его пока сейчас достаточно. 6 бочек имеется. Так, я вас лутал? Вроде да. Так. Точил, сейчас заглянем, что там внутри. Так, бензин пускай тебе будет. Замок я скрапнул, мне не нужен. Открыто? Закрыто. Не нравится ему, что здесь лазит. На картах. Вот он. Это как это? Вообще стрела отклонилась бы. Как она так низко? Прям спецом. О, он еще один. Прям как спецом, блин, чтобы я промазал. Ну вот. Когда хочет, работает. Кто-то еще где-то, блин. Бери себе оставь. Это что за? Они не лутаются, что ли? Вроде нет. Похоже на банковские ячейки, но это не совсем не они. Это вообще как для морга. Так, он еще мадам лежит. Уже не лежит. Так, еще две воды. Которые, конечно же, некуда взять. А, вон он, думаю. Что это там кряхтит, блин? Опа. Fat woman. Блин, отсюда я не достану, плюс сломать. Так, присядем. Может, ее башка? Блин. Гребаный гопник. Он меня еще не заметил. Ну ты слепой вообще, конечно. Так, вот, да вот дама заметила. О, блин, да вас там что-то много сильно. Гопник пошел назад. Пивко, пожалуй, сразу на внутрь. Кидаем. Гопник, ты где? Блин, мадам еще тут. А вон гопник ходит. Оттап. Не знаю как, но она умерла. Фу, блин, испугался. Наверняка еще кто-нибудь где-нибудь есть. Ух ты, какой хороший. Но все равно скраб пойдет. Так, бинтик один. Юзанем. Это скрапанем. А это что за... Это сейф такой, блин. Засунули его в текстуру. Молодцы. Необычно. Так, кисточка. Чего там у тебя? Ладно, пока просто поищем. Это можно сразу забрать. Угу. Трубочка тоже на скраб. Но надо подождать. Стулья, маленькие сейфы, подвал. Забавно. Так, давай. Просто больше можно сделать, тоже скрапнуть.
Что ж за фигня? Так. И ойл. Трубочка. Как я про тебя забыл-то? Иди сюда. Да хорош там, блин. Так, еще хороший. И это все будет кожа. Так, бумажки, порох останется здесь жить. Давай-ка скучно. Да, блин. Кожа долго скрапается. Очень долго. Монетки. Лишнего не будет. Так, стоп, стоп. Сразу возьму. Ничегошеньки. И ничегошеньки. Много ячеек, конечно, вот этих. Там еще как бы пистолетики могут быть. Так. Стоп, это... А, да, там вроде как многоэтажное здание должно было быть. Так, на карты. Сейф. Вообще, ты куда стреляешь, блин? Совсем даже не то, куда я... Опять промах. Ты прикалываешься, блин. Ладно, он может так тогда будет убить просто. Да блин, вообще, что за рандом, блин? Отлично. Там никого. Тут он кто-то есть. Ладно, с одним и так можно справиться. Та-дам! Еще немного скиллпойтов. Кстати, блин, это так классно. Что у нас там с... Да ничего, с арчери. Никого, ничего. Блин, это здесь скотч. Хотя он нужен, конечно. Давай. Забирай. Сейф, говоришь, куча сейфов. Но это я уже, наверное, потом приду. Вне записи, потому что ковырять их очень долго. Уже полдня прошло практически. Игрового времени. Сейчас скауджет немного качнем. Так, еще одна карта, отлично. Так, забрали вроде как все. О, картотеку. Пропустил картотеку. Так, все хорош. Он вроде как второй этаж должен был быть. И да. У нас вообще нифига не второй этаж. Вот. Оно. Стоп. Скраб. Не пропускаем. Пригодится. Так, спирт пока не нужен. Таблеточку давай. Еще скраб. Ничего, блин, а как же выше подняться, не понял. Здание вроде казалось двухэтажным. Ну как бы, да, он окна есть. Ничего не понял. Ну и... А где же подъем-то на второй этаж? Это вообще нифига не второй этаж, так просто пустота какая-то, как смысл какой в этом непонятный.
Так, а мне свободное место, нету даже шифрейма сделать. Можно было просто выскочить наверх. Посмотреть, что там, ну да ладно. Ну, я себе сколько скотча наковырял. Зомби пускай гуляет себе. Мне бы метку где-нибудь надвигать. Не мешало бы. Так, пока все тихо. Да, сейфика много. Ничего не скажешь. Опа, попросыпались, сказали. И Вася, блин. Ой, я стекло разбил. Два наконечника. Обойдемся. Ух ты. Так. Блинский блин. Хочешь грибочек? Говорю, грибочек. О, как раз грибочки-то все и уйдут. Вот так-то лучше. Так, заходим вовнутрь. Никого. Ну, а как никого? А это кто? Сидит унылая. Голову повесила. Прикольное здание. Опа, ну в воздухе висит. Какая-то часть, по крайней мере, его висит. Как-то заспавнилось хитро. Блин. Так, кто-то хрипит. Где-то. Ладно, пофигу. Так, это на улицу, мне пока туда не надо. Узенькая комната для совещаний. Так, надеюсь, у зомбаря нету? Нету. Немножко бумаги, телевизор, потолки высокие. Так, это тоже на улице, вот это, наверное, в толчки. Да. Ничего. Грязилка. О, консервочка. Просто скрапнула. Опаньки. Давай еще одну. Стаминка не прибавила, к сожалению. Так, еще один туалетик. Никого, никого. Это банок наберу, сейчас полный карман идет. Так, отлично. Поднимаемся на второй этаж. Тихо, не бузи. Так, это где-то на улице, что ли? Похоже на то. Решетка. Так, это вообще беспонтовая вещь. Просто скраб.
А на что-то куда? Ой, стой. Ты, блин, гоп, опять ты, блин, со спины подходишь. Сломал гад двери. Сломал гад двери. Или стенку. Так, надеюсь, ногу не сломает? Нет. А, так тут еще помещение есть. Чуть я бы... Подумал, что это на улицу выход. А, вот он. Ах, как тебе нелегкая заспаунила-то, да? А, он сам туда забрался. Так какого ты, блин, постой на месте, мудила, хоть секунду. Как бы сразу. Блин, сейфов целая куча. Еще кого-то там несет. Нелегкая, блин. Что-то ломает, блин. Ну, на тебе, блин. Ты что, после кассы его провела? Коза драная. Это так, по-моему, на улице, что-то мне так кажется. Уберем его, чтобы он тут не кряхтел, не мешал. Здание здорово, это вообще. Как ты там оказался, ты нудный? И что ты там вообще бьешь? О, правильно, иди сюда. Чпоинт. Так бы сразу. Четыре деревяшки. Отлично. Прям мега лут. Ну что, забавное здание, раньше таких не было. Так, где там фото вот? Тут, конечно, еще есть что лутать, причем много чего лутать. Но. Мадам, вы что-то. По-моему, тут уже. Я вас убивал. Они очень быстро спавнятся по-новому. На самом-то деле. Мусор, мусор. Так, закрыто, говоришь, да? Да не проблема. Сейчас ковырнем, через стенку зайдем. Это будет проще, чем железную решетку ломать. Блин, тут два камня. Ай-яй-яй. Ну вот и все. Заходи, не хочу. Толстушка. Ни черта не имеет. Куча сейфов. Тюряга, блин, точно. Так, вот это уже еще больше мне нравится. Ну-ка, годенько. Это скрапнем. Некуда что брать. Так, по мусору пропустил. Так, ну все, собственно говоря. Здесь. Как выше подняться еще? Отсутствуют колонны. Или это так и задумано? Он в здании висит вообще в... А, нет, там оно висит на этих, на... Вот этих фиговинках стоит. Да ясно. Но вот видно верхушка сама, где села в воздухе. Хм.
Ага, здесь улица. Улица, фигулица. Вообще, как бы можно сделать много блоков, подняться наверх, но есть ли в этом смысл? Вот что я хочу сказать. Допустим, зомбячку скинуть что-нибудь. Те же самые бумажки. Заказать из десяток. Ну там больше, конечно, чем десяток. Вот на все фреймы. Так, и где-нибудь подняться по стене. Где-нибудь здесь, например. Блин, мне их не хватит доверху поднять, чтобы поднять. Может, не хватит. Стоп. Лампочка, говоришь? Блин. Так. Лампочку сейчас разобьем. Где она тут? Надеюсь, сейчас здание не обрушится, блин. Из-за того, что я лампочку сломал. Чуза? Ага, потолок мешает. Мешает потолок. Так, чтобы его сделать, как бы ее сюда забраться. Чтобы не сдохнуть просто. О, бетон. Не рассыпалось? Нет, отлично. Да что такое, блин, не можешь поставить? Потому что там камушки лежат? Да ладно. Прикалывайтесь. Так, главное не навернуться вниз. Давай ты, твою ж. Стоит здание? Отлично, стоит. Да, так, там на крыше что там есть? Ничего, кроме кондиционеров, железа. Больше ничего хорошего и нет. Есть возможность осмотреться. Ты что там такое блестит? Свет, что ли? Это солнце, то нет, подожди, солнце где-то. А. Короче, ладно. Солнце вот оно сверху, там оно блестить явно не может. Ну это хрень просто в воздухе висит. Наверное, недоработка еще какая-то. Так, заберем это все барахло. Тихо-тихо. Спустимся вниз. Так, не ломаем ноги. Так, мы тебя скрапнем. А бумагу заберем. Нормально. Так что там было, у меня топор, например. Да, калаши тоже могу собирать уже, отлично. Немного кожи. Лишнего не будет. Он сейчас точно развалится, наверное, здание. Потому что такое уже и было. Кресло могут держать здание. Как бы это ни звучало. Так, зомбариги-то шелестят. Если что, в окно сразу все равно. Ну, все нормально. Обошлось. Так как так? Только что спускался, все было нормально, блин. Тут на тебе ногу сломал. Долбанный рандом. Так, ну есть у меня скотч, тряпочка есть, что нормально. Так, выкинь эту гадость. Так, давайте я бумажкой дадим. Дай-ка мне костыль.
чувак. Так, куда бы еще сходить? Забавно, конечно, эта верхняя часть висит. Каунт-хаус какой-то. Вон там наверху факела горят. Это надо подготовиться туда взять, кучу фреймов. Просто снаружи подняться, потому что, блин, так долго туда вверх подниматься, это просто что-то с чем-то. Это что, кинотеатр, что ли? Похож, по крайней мере, на кинотеатр. Тут столько комнат, много поломанных, и туда сутки где-то надо подниматься наверх. Не меньше. Может, с хорошим оружием, может, меньше, но... Так как я подымался в прошлый раз просто так, сразу же, как появился с игре, в игре зайчик побежал. Бронированный стекло. Что это за здание, кстати? Fire, а, это пожарная станция. Опа. Так это же полицейский участок. А это что за... Заревшее здание такое, что ли? Да куда ты пошла, блин? Так, вот это можно уже съесть. Докфуд. Дринкануть. Так, юзануть. Захавать кровушки. Стоп, не пропускаем гнезда. Блин, это кнопка. Ты что за фигня вообще такая? Что так заспамило, что ли, блин, дурацкому. Опа, тут еще и домики. Собака бешеная. Гадина, я ее не слышал совсем. Как она подходит. Скрапа. Как вообще это здание висит вообще на чем? Вот я тебя, а теперь я тебя услышал. Зараза такая. Кто сожрал все мои консервы, блин? Так, водичку хочешь? Нет, не хочет. В натуре, вот на чем оно все держится. Вот, блин. Там еще и прохода нет. А ты что, блин? Отпусти стрелу, алло. Заглючил, блин. Первый раз такое вижу. Висит просто, даже сейф он висит, просто не... Да уж. Бред какой-то. Генератор шалит. Пожарная станция. На крышу, кстати, можно тут, наверное, а, банан не запрыгнешь, сильно высоко. Да. Думаю, что здесь можно переночевать, я думаю, спокойно. Если будет такая необходимость. Так, ладно.
Попал в ножичку. Теперь в ручечку. Блин, не попал. Шайбу. Шайбу, блин. Еда уходит. Так, детская площадка, смотрю. Какое-то еще непонятное здание. Вот полицейский участок, хорошо, сейчас зайдем. Вот еще какое-то оружие удастся собрать. Молоточек могу сам сделать. И даже лучше качество. Ух ты, прям в сборе. Прямо в сборе, блин, а. Что-то надо себе лишить. Пистика. Или дробовика. А, или монетки выкинуть. Патроны жалко. Ладно, скрапнем патроны. Ну-ка, давай-ка винтовочку сюда. Вместо пестика. Заряжена? Заряжена. Хорошо, чтобы шайбы свои вращать. Ну так, надо сейчас сходить глянуть, что там за интересное здание. Все как обычно, разбиваешь одну пластинку, все падает. Так. На карты. Ой-ой-ой. Кто там встал? Не попал. Знаете, хоть по ноге, что ли, блин? Да хорош. Мне топором, по-моему, эффективнее все-таки разбивать. Пластики скраб. Забавно. Раньше просто скраб падал. Коробочка. Так, что у нас? Так, это мы еще не читали. Левел дает. Этой покраски там какой-то там. Я так еще только с этим не разобрался. С этими покрасками. Так, никого. Никого. Хотя можно было бы, конечно, стрелы сделать. А нет, сюда. Давно банки не попадались. Пустые. Ух ты, блин. Ты гребаный. О, спасибо, братан. Подружил. Видок. Такой стоял тут за дверью, блин. Не обделался. Так, еще один. Использую его. Водичку хочешь? Все еще не хочет. Резинка, пожалуй, я не буду брать вообще даже. Блин, разбил стекло.
Она мне сразу светлее стала. Так, еще миг. Давай. Грязнулка не нужна. На теряшку хранить. Ага, вот теперь новый город, это еще и работает. Еще можно открывать и закрывать, прикольно. Немного еще скрапа. Забавно. Так, ну там кухня, там ничего интересного никогда не было. Надо еще кроме какого-то зомби встретить. Очередного. Так, на картах. Пока ходить не будем. Так, вижу уже один, второй. Присядем, пожалуй. Что за углом? Никого. Отправимся. Вообще стрела полетела даже совсем не в ту сторону. Не понял, что мед уже не помогает, что ли? Как так? Или я еще раз заразился? Что-то я нифига не понял. Толстый, да, еще мед. Не дает. Гад такой. Беспонтовая. Тетя. Гопник. Ломать, ломать двери. Да хорош там плясать, блин. Блин, вышел. Вышел точно. Ну давай, давай, заходи. Кукуруза. Грибы себе оставь. Кофе я брать не буду. У меня там где-то одна есть семечка. Так, мы смотрим, что там внутри сейчас будет. Ну, патроны, наверное, как минимум. Блин, а что мне разве не помогает? Или я уже слишком долго хожу? Заражением этим. Файбер. Милитари, мне его некуда брать. Или на улице, или в этой комнате. Где-то здесь прям вижу. Ладно, залутаемся, пока есть время. Так, давай. Краски, эти все штуки. Мне подобрать. Просто некуда брать. Давай масло. Так, прыгать не буду, потому что нога поломана. Надо от них избавиться. Еще одна бродящая орда, да ладно, хорош там, каждый день там по две штуки. Блин, показалось, что кто-то сзади подходит. Те же сзади сидят. Ладно, придется завалить их. Давай, заряжай, блин. Толстяк вот сидит.
Ох, арчери прокачался. Как-то просто крутится, блин. Ты куда ушел? Иди сюда. Долбаный рандом. С этим попаданием. Не присядь, да отнесу в башку. Вот так. Ну ладно, не в башку, так хоть в грудь стрелю. Да вставай, блин. Толстуха, ты откуда взялась? Зараза подошла где-то. Похоже, толстый меня уже потерял. Так, вот это уже интересно. Fire tool. А, wire tool, то есть инструмент для проводов. А тут он тут был. Ага, он ушел в ноут, смысле. Я вообще как бы шел куда-то посмотреть на какое-то здание. Только я, блин, забыл, куда я двигался. А вон туда я хотел пойти. Ну вот тоже, кстати, вот это вот интересное что-то. Ой. Ой. Что-то с генератором мира случилось. Все здания, блин, что-то какие-то стали странные. Мягко говоря. У них просто отсутствуют крыши. Ой, крыши, блин, стены. Вот это фигня какая-то. Что за здание хоть было-то? Камин он. Высокий идет. Зато все хоть видно. Если где-то мишки есть, то сразу все видно. Блин, семена. У меня что-то шалит генератор. Баксов аж 72 штуки. Ладно. Заскрапим. И сестричка. Ой, чуть-чуть выше. Ничего мне нет. Так, кулер есть что-то там, я уже смотрел. Недоскребы, недоскребы. О, здорово. Прям навстречу мне вышло. Соскучилась. Так, нет, мне ничего не надо. Да, это просто кинотеатр. Ну что ж, на этом я, наверное, буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. Ну, еще 18 перышков. Ладно, схожу тогда еще на крышу здания вот этого кинотеатра. Вылазь, вылазь. На крыше никого? Есть. Строитель. И нет ничего. Да, хорошее здание, конечно.
еще Тавр. Да нет, Дишн какой-то, короче, блин. Еще тот англичанин. Да, зданий полно, блин, там столько всего внутри, это просто офигеть можно. Еще раз попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока.